В прессе пошла информация о том, что до выборов будет сформирован новый состав правительства. Да, я это говорил, и это сделаю в ближайшее время. Я понимаю, что это банкир где-то сделал, я видел в интернете заявление, что ему якобы до выборов чего-то предлагали. Так вот я вам должен искренне и честно сказать, глядя в глаза, этому банкиру надо впору подумать, где он будет работать после выборов. И вообще у нас, вообще со школы, наверное, и вас, и меня учили, не ври. В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Вот такой порядок. Я никому ничего не предлагал. А тем более ему, какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром. Ну, возможно, этому человеку предлагали должность премьер-министра в другой стране. Но я так прикинул, думаю, в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на все деньги он баллотируется. В Украине Володя Зеленский недавно вообще поменял премьер-министра. Поэтому, по-моему, это блеф. Такой мелкий блеф и обман.